4,5 года в колонии общего режима проведет вербовщик запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, задержанный в Омске. Верховный суд оставил без изменений приговор Московского гарнизонного военного суда. Молодого человека задержали в Омске в декабре 2015 года. Он приехал в наш город из Центральной Азии и пытался найти здесь тех, кто готов отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов. Впрочем, на его уговоры никто не откликнулся, поэтому и судили его лишь за попытку склонить к участию в незаконном вооруженном формировании. Во время следствия свою вину преступник полностью признал, раскаялся, от своих радикальных взглядов отказался и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Верховный суд России оставил приговор Омского суда без изменений.